Народ словно ждал весь год, чтобы отвести душу перед постом в последний день масленичной недели. 26 февраля сотни горожан пришли проститься с зимой на стадион «Прогресс» Оренбургского госуниверситета. Силы не пущила! Мужчина, хватайтесь! Перетягивание каната, бег в мешках, катание в санях, выжимание гири. В традиционных народных забавах участвовали и взрослые, и дети. Одиннадцатилетний Вадим Веденеев отмечает масленицу на стадионе «Прогресс» уже второй год. И в этот раз ему удалось установить личный рекорд. Он наконец-то покорил масленичный столб. Победителю достался веник. Ну, сначала страшно было, потом решился. А какая высота, знаешь? Со второй, третий этаж. Народный разгуляй набирал обороты, а всю яркость и веселье обрядов масленицы воссоздали для горожан творческие коллективы студенческого центра ОГУ «ДК Россия». Концерт, подготовленный ими, стал главной краской в палитре праздника. Весело встретить весну помогали танцевальный коллектив «Жемчужинка», певцы из ансамбля «Экскурс», многочисленные артисты, представившие театрализованное действо. Очень весело, мы не успели зайти, уже дети попрыгали у нас в мешках, катались с горки, мы уже лазили к чучелу, которую будут сжигать, уже выиграли блины, булки, да? Да. И вот решили согреться горячим чаем. Закончился праздник по традиции сжиганием чучела масленицы. И пока горела соломенная кукла, каждый верил, что вместе с ней в пепел превращаются все жизненные невзгоды.